Умерла российская актриса театра и кино Нина Ургант. Народная артистка РСФСР скончалась на 93-м году жизни у себя дома в Санкт-Петербурге. В 2014 году она заявила, что у нее диагностировали болезнь Паркинсона. Нина Ургант родилась 4 сентября 1929 года в городе Луге Ленинградской области. Среди известных картин с участием Нины Ургант – «Белорусский вокзал», «Волшебная сила», «Я родом из детства». Напомню, Нина Ургант была матерью актера Андрея Урганта и бабушкой телеведущего Ивана Урганта. Чтобы быть в курсе новостей, подписывайтесь на канал.